Закончив школу, я поработал 7 лет в Одесском симфоническом оркестре, и, выехав на гастроли по Северной Америке, как многие в 90-е годы, я очутился здесь. Но с музыкой джанго я познакомился еще в Одессе. У нас в оркестре замечательные музыканты в Одесском симфоническом, и один из моих коллег просто однажды принес мне кассету и сказал: «На, послушай». И когда я послушал кассету, я понял, что передо мной открывается новый, очень удивительный, интересный мир.